Я вам сегодня расскажу бедного чувака и Чикенгана. Продолжаем. Раньше был один нуб, который очень любил Чикенган. Него куча был. Он был самый бедный, короче, чуть-чуть нуб Чикенганю был. Даже один был ну, который лучше его был. У него только было. Он был. Любил очень играть Чикенган. Но его все игроки не любили. И обзывали его. Ты лох, ты дебил. Вот что стало с этим чуваком. И он любил всех убивать. Ну, потом он стал уже. И он потом стал профессионалом. И у него стала куча денег. И он всех обзывал. И всех убивал своими многими пушками, которые он покупал. Ему это очень сильно нравилось. И, короче, он всех убивал врагов, которые он ему, они ему, которые враги, которые ему отвесили, он и ним ответил. Всех убивал, обзывал. И потом он скачал читы. Он читами игрался, нажимал, куда он хочет, все время головы перевял. Короче, он все хотел. И вот его читы, вот. И он начал, и потом он попрощался со своей жизнью. Ребята, если тут сделал ролик, да просто так просто, когда он станет профессионалом. Но это еще обязание должно да нельзя играть читами. Значит, знаете, да нельзя играть читами. А с вами был я, Натанель. Подписывайся на мой канал. И всем пока!